Я приглашаю градозащитника, активиста партии «Яблоко» Алексея Карапухина. Следующий — Григорий Семенов. Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, ансамбль домов Привалова архитектора Нернзе – это прекраснейший образец исторической московской застройки. Но сейчас под угрозой находится множество других памятников и исторических мест в Москве, о которых мы не должны забывать. Это и прекрасный ансамбль домов на Остоженке 468, дом 8, прекрасный тоже модерновый доходный дом. Это и усадьба Разумовского на Большой Никитской улице. Это и тоже дом Нердзея, того же архитектора, который проектировал и дома Привалова, на 4-й Тверской Ямской улице. К сожалению, все эти дома находятся под угрозой ради удовлетворения безумных аппетитов крупного капитала, интересы которого и лоббирует Марат Хуснуллин. Я призываю москвичей следить за этими домами и в случае чего обращаться к градозащитникам и сообщать о любых работах, которые проходят на этих домах, и присоединяться к градозащитному движению. Потому что нас, к сожалению, пока еще очень мало. Надо, чтобы нас стало больше. И еще, помимо исторического ландшафта, в Москве также в московские власти уничтожают и природный ландшафт. Например, во дворе домов Привалова были прекрасные, классические, можно сказать, три московских тополя. И застройщик уничтожил этот зеленый двор, и теперь там будет стеклянная коробка на месте этого двора. При реставрации усадьбы Вяземских, рядом с музеем изобразительных искусств имени Пушкина, совсем недавно было вырублено 79 вековых деревьев, каштанов, дубов, берез и так далее. И, к сожалению, это осталось все незамеченным. Мало того, московские власти предпринимают все для того, чтобы уничтожать и те крохи, которые остались. Все мы прекрасно видим, что намеренно рассыпается огромное количество противогололедных реагентов, уничтожается почва, уничтожается травяной покров, уничтожаются листья, которые дают питание деревьям. Поэтому я считаю, что мы должны требовать не только отставки Хуснуллина, но и отставки Собянина, отставки Бирюкова, который руководит комплексом жилищно-коммунального хозяйства Москвы, и отставки Кибовского. Поэтому давайте скажем все вместе: Хуснуллин, Кибовский, Бирюков, Собянин, вон из Москвы! Хуснуллин, Бирюков, Собянин, вон из Москвы! Хуснуллин, Бирюков, Собянин, вон из Москвы! Спасибо!